Так, ребята, всем привет. Я сегодня с вами Джамалидин Мурадов. И вас приветствую на своего канал Дальнобой ТВ, Дитрах ТВ. Так, ребята, у нас сегодня воскресенье 2023 году. И у нас сегодня небольшой обзор. Обзор про неавтономная карта по названию, которая соединяет, увеличивает всякие различные мега максимальная сборка и исправляет оптимизацию, исправляет адаптацию там и много всего хорошего. Так, ребята, у нас обзор про слитый проект Румения, который позавчера официальный сайт адаптировал под наш актуальную версию 1.48.1.6s. Так, ребята, перед осмотрением моего гайда я вас попрошу, подписывайтесь, ставьте лайк, а для тех, кто не подписался, советуем, рекомендуем подписаться на моего канал, для того, чтобы не пропускать всякие полезные гайды, видео, обзоры. Также хочу отметить, что для тех, кто завтракает, обедает, ужинает, также им приятного аппетита, также приятного просмотра. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого и интересного, так что, ребята, особо не переключайтесь. Обзор. Погнали. Всем желаю приятного просмотра. Так, ребята, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Версия игры у нас 1.48.1.6s, как бы Steam со всеми делами, с допиши DLC, как бы. Так, ладно, это дело мы также здесь ничего делать не будем. Так, ребята, с каким образом, с каким макаром у вас и у нас должно быть. Так, ребята, хочу отметить, что прежде установить карту, хочу по... То есть, и сейчас это дело мы закроем. Файлы можно скачивать из официального сайта. Из официального сайта Re-Extended Map проект. Так, ребята, для того, чтобы попасть на официальный сайт, вам необходимо нужна VPN. Если что, также я про VPN, я ссылка предоставлю в описании. То есть это еще не все. Также для приобретения карты необходимо понадобится регистрация. Если у кого есть официальная регистрация на официальный сайт проект Re-Extended, то это хорошо. Если нет, то придется вам прежде скачивать, придется зарегистрировать. Вот как так. То есть, ребята, смотрите, здесь как ничего делать не будем, пролистаем. И здесь у нас очень много вариантов. То есть, и вот, хотя сейчас речь идет бесплатная версия. Бесплатная версия, как хотел отметить, что для 1.48. Так, разрешение карта свобода. То есть, и свободная только под наш актуальной версии 1.48. То есть, смотрите, ребята, кликните Got Download. Сейчас, как видите, как мы видим, загрузка пошла. Здесь уже начинает предлагать 4.3.2.1. Вот автор проект Румения RAS. Он вот с таким образом начинает рекомендовать. Также есть здесь порядка установка мода. Ну, то есть смотрите, ребята, как все это дело начинаете скачивать. Не знаю, у вас какая, у меня данный случай Яндекс. Заходите в раздел загрузка, и вот как хотел отметить, что 1, 2, 3, 4, то есть, да, все, мы его открываем. Желательно надо открыть папку. То есть, смотрите, вот она, 1, 2, 3. То есть, да, ну там, с вот это уже как бы она 4 пойдет. Все это дело вы начинаете скачивать. Вот это 4, либо 1. Вам надо с помощью WinRAR открыть. Вот, видите, вот эту взять, как бы, вот так выделять.
раздел извлечения, где у вас храняется мод, Eurotrack Simulator 2, на плюсик и мод. И соглашайтесь, пока я это дело делать не буду, по такому причине, что она у меня есть, зачем лишнего. Это еще не все. Также вы можете вот это взять, вот это выделять, также копировать и перейти на мой документ, где у вас мод хранится. Папка Euro Truck Simulator 2, папка мод, и ставить. Я пока это дело делать не буду, по такому причине, что у меня это все дело установлено. Просто для тех, кто не знает, как это все дело скачивать, для тех, кто не знает, как его раскоповать, вот в этом духом. Так, ладно, если я ставлю, типа, видите, да, в папка назначения есть файл 3, также именно, то есть, да, но могу я, либо могу заменить, либо могу пропускать, ну, ладно, я его заменю, как бы, сейчас быстренько все это дело у нас начинается срабатывать. Пока у нас это дело начинается срабатывать, мы можем себе воду налить, как бы удалить свой жажду, как бы. Ну, я могу как бы отказаться, но если откажемся, то может что-то, я имею в виду, что-то конфликт должен произойти. Ребята, как мы видим, сейчас он у нас потихоньку, быстро начинается копировать. Также вам надо, также вот в этом дух, ну, таком духом вам надо его копировать. Как начинаете копировать? Ищите назначение, пункт, где у вас мод храняется, папка Euro Truck Simulator 2, папка мод, ставить. Все, ребята, как мы видим, все это дело у нас сработало. Теперь для этого что необходимо потребуется. Так, ладно, это дело мы свернем. Теперь вместе с вами попадем в Euro Truck Simulator 2. Как хотел отметить, что у меня Steam допиш DLC 1.48.1.6s. Так, типа начинается приветствовать там, типа SA Software, как бы. Вот, также начинается приветствовать пятизвездочный Euro Truck Simulator 2. Можно как бы его пропускать. И теперь с каким макаром у вас и у нас должна быть. Так, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Попадем в управление профиля, создать новый профиль. Так, при использовании облака Steam, если у кого, как раньше у меня была пиратка, либо исключите, если у кого, как у меня сейчас, Steam лицензия с допиши DLC, либо оставить. Так, ладно. Здесь, как обычно, ничего делать не будем. Попадем в раздел мод. Как мы видим, перед нами, как там пишется? Пишется Эрикс. Эрикс и вот. Не знаю, ребята, вот как-то для меня стало странно, да? Изначально там было 4 файла. Потом, плавно-плавно, стало 5 файлов. После этого стало 6 файлов. Теперь стало 7 файлов. Теперь опять и 25, не знаю почему-то автор RIS и проект Руминия начал думать, передумать, переделывать, перейти на 4 файла. Теперь, ребята, с каким образом у вас и у нас должна быть? Обратите внимание. Так, сначала пойдет 4, как хотел отметить, что автор рекомендует так, 4. 3, 2, 1. Вот с таким образом у вас и у нас должна быть. Так, ребята, что хотел отметить. Для тех, кто только будет ехать, играть только по проекту Руминия, то не советую, не рекомендую в случае ставить подложку.
Почему? Потому что к ним уже добавлено, защитено, уже к ним имеется своя подложка. Вот как бы как-то так. При правильном активаторе мода принимаем применить. Так, как хотел отметить, что если у кого Steam лицензия, как у меня сейчас на данный момент, либо его оставить, либо его исключить. Если у кого, как у меня раньше было, приватка, ну, то есть, там, типа, ну, там, не лицензия, конечно, там, пиратка, я имею в виду, да, вот. То ж тогда его обязательно исключите, для такого случая, ну, для того, что не отправил на World of Track и на администратор Steam. Спасибо за внимание, идем дальше. Ну, здесь можно писать, как там пишется. Например, если у нас Румыния, пишем Rex 10 dead. Rex 10 dead. Там как там пробел 1,48. Вот. Выберем какой-нибудь там дядя. Пускай будет, как обычно, Вольвуха, моя мечта. Логи. Логотип Rex. Пишем здесь, как обычно, там ля-ля-ля-ля. Создать. Пока, ребята, я создать не буду по такой причине, что у меня уже есть готовый профиль. Нормальным духом работает. Так, это я для чего делаю? Для тех, кто не знает, как, что, чего запускать, делать и так далее подобное. Так, ладно, у меня есть готовый профиль. Так, пока это дело у нас пойдет. Ребята, что хотел отметить? Что хочу отметить? Для тех, кому не удается попасть на официальный сайт, не знает, как попасть на официальный сайт и как скачивать все это дело. Также для тех, кто чаще любит, хочет чаще кататься на Euro Truck Simulator 2, именно на проект Румыния, только с проект Румыния. Ссылка про это дело внизу в описании. Ссылка про это дело внизу в описании. Там есть еще, кликните под еще, там пролистайте. Ссылка найдете про доната. Также ссылка найдете про слитый проект Румыния 3.8, как бы. То есть не 3.8, а 1.48. Вот как бы как так. Так, что ж, ребята, как мы видим, все это дело у нас нормальным духом удалось загрузиться. Теперь попадем плавно, вместе с вами попадем в карту. То есть, смотрите, ребята, то есть, что хотел отметить, он в данном случае пока увеличивается, оптимизируется, добавляет, там, исправляет, я имею в виду про проект Румыния 1.48. Теперь смотрим, что здесь добавлено. Ребята, если кто помнит, проект UKRSK Турция, который до этого дня до 1.49, до 1.39, то есть до 1.38, проект Турция отдельным SS файлом было. Теперь сейчас уже после 1.40 проект Румыния он на себя взял. Теперь он будет все это дело адаптировать. То есть, что хотел отметить, что то есть проект Турция уже выглядит похоже на 3.8. Вот, ребята, попробуйте со мной согласитесь. Ждем ваш ответа в комментах. Так, переделано. Белгорода переделано. Добавлять переделано. Переделано стоковое Румыния, переделано, в том числе добавлена Украина, добавлена. Также, ребята, хотел отметить, что есть соединение с другим карта, с другим сборка, типа все стыковочка, все нормальным духом. Здесь, ребята, так, здесь, пожалуйста, как видите, как мы видим, вот, где она? Так, нет, подождите, ребята, я просто немножко торопился, как бы. То есть, смотрите, ребята, получается так, что я отрадовался, я начал все это дело исследовать, все нормальным духом работает, то есть нет никаких вылета, нет никаких глюков. Да, ребята, сразу хотел отметить, что он
каждая версия он оптимизирует, увеличивается на выше уровня. Я имею в виду, если у кого старая компа, старая компьютер вот из 2006 году, как бы вот. Ну не знаю, ребята, я ссылку про него я предоставлю в описании, потом дальше посмотрите, что к чему. Так, ну это у нас Крымская перевалка, конечно, там с другим сборком соединяется, отлично, нет никакие вылета, нет никаких стыковочков, все нормальным духом работает. Так, смотрим. Также, видите, есть дорожное сообщение, видите, то есть вот с Украином, с Белоруссией, так бы. Также есть типа карта там Русмап, как хотел отметить, что до Харькова есть, видите, есть дорожное сообщение. Я что имею в виду? Я имею в виду вот это слитая проектор у меня 1.48 с другим сборка работает как располагается. Вот как бы как-то так. Ну, не знаю, ребята, дальше желаю вам крепкое терпение, крепкое здоровье, чтобы вы спокойно могли все это дело потестировать, все это дело посмотреть. Да, ребята, еще раз буду повторить, что для тех, кто не могут зарегистрироваться на официальный сайт проект Руминия, то я и также не могут себе позволить, не могут себе скачивать. Что хотел отметить, что ссылка про это дело я предоставлю в описании. Ссылка внизу есть в описании. Там есть еще, кликните еще, там пролистайте, и ссылка про донаты есть, и ссылка про вот это 1.48. Я имею в виду проект Руминия 1.48. Вот как бы как-то так. Ну, а дальше уже, дальше желаю вам крепкое терпение, крепкое здоровье, чтобы вы спокойно могли все это дело потестировать, посмотреть, что к чему. А так, ребята, больше ничего сверхъестественно. Да, мне вот первую очередь, что мне начало глаза сброситься, что проект Турцию, проект ЮКРСК полностью 100% переделано типа как на 3.8. Я имею в виду похоже на 3.8. Вот как бы как-то так. А так больше, ребята, ничего сверхъестественно. Что ж, ребята, мне пора с вами попрощаться. Надеюсь, обзор кому-то было полезно, обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментах, что вы будете думать о платный проект, ну то есть и платный проект Руминия, как бы, и слитый проект Руминия, который идет под 1.48. Вот как бы как-то так. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока. Желаю вам всего хорошего. Желаю вам крепкое терпение, крепкое здоровье, крепкое настроение и много всего хорошего. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.